После того, как Сергей Лазарев представил песню, с которой отправится на Евровидение, букмекеры стали прогнозировать ему гарантированное попадание в тройку. Хотя сам он относится к этому весьма скептически. В 2016 году действительно мы весь период подготовительный Евровидение и когда шло само Евровидение, были на первом месте. Букмекеры предсказывали нам победу. Но видите, как в итоге получилось по-другому. Принципиальным вопросом второго пришествия на конкурс для Сергея стала песня. Ему хотелось сделать ее совсем не похожей на предыдущую. Поэтому он даже рискнул выйти за рамки формата. Мне хотелось показать себя с другой стороны, и вся команда говорила о том, что в этот раз нужна баллада, нужна песня, которая покажет больше меня как вокалиста. Сейчас в перерывах между гастролями Лазарев активно готовится к маю. Специально для этого в Москву приехал греческий режиссер Факас и бэк-вокалисты из Швеции. Курирует весь процесс подготовки главный поклонник Евровидения в России и давний друг Лазарева Филипп Киркоров. Таким составом делегация планирует удивлять европейскую публику, чтобы постараться во второй раз привести Евровидение в Россию.